друзья! Всем салам пополам! Белуга фиш, Егор! Сегодня мы отгружаем такого гибрида под названием Рукол. Это гибрид русского сетра на Калугу. Платники. Сезон платных рыбалок начался, поэтому наша рыбка поедет на платник в рыболовный клуб Подкова. Имейте в виду. Вот ребята подтягивают у нас садок со сетром. Михалыч тут контролирует их всех. А у Домельский с Бахой, с Кадыром тянут. Поэтому сезон рыбалок начинается. Рыболовный клуб Подкова. А Сётр, сейчас покажем вам навесочку. И как он выглядит, этот гибрид под названием Рукол. Да, Удомирский? Чего так точно? Передай всем привет. Навеску он покажет всем. Улыбку свою всем покажи. Короче, сейчас подтянут. И будем начинать потихоньку отгружать. Что там? Вот вчера он, видимо, не бухнул. А сегодня еще песни поет. Опять поет песни? Ну, чуть-чуть, может, заходил. Ночью? Ну, видимо, что-то хорошо ему. Видимо, он на сайтах знаком, зарегистрировался. А, Кадыр? Ага. Бешельме, бегельме. Поэтому в этом году мы начали активно сотрудничать с различными рыболовными клубами. Вот у нас вчера, не помню название рыболовного клуба, форель забирали. Вот готовится у нас на понедельник отгрузка вот этой форельки. Видите, она плавает в сетке. Тоже на платную рыбалку пойдет. Поэтому сезон. Рыбка, посмотрите, какая активная. Круги наворачивает. Жор у нее бешеный, голодная. Поэтому, кому надо, приезжайте, покупайте. Видите, какая она активная, мощная. Мощная, сочная. О, Санько Удомельский. Всем привет, машет. А он гибрид под названием Рукол. Мама русская, Сётр, папа Калуга. Это чудо, говорит Кадыр. Рыба на самом деле красивая, да. Короче говоря, сейчас будем показывать вам этого гибрида. Так, ну чё? Гибрид под названием Рукола едет к нам. Едет сперва на весы, а потом в рыболовный клуб Подкова. Поэтому, друзья, посмотрите, что за гибрид красивый. Что за динозавры к нам приехали. Рыболовный клуб Подкова, встречай. Рыбаки, посмотрите, это гибрид, где мама русская, Сётр, папа Калуга. 35,4. Записываем. 35,4 сетка. Минус. От красавчики какие. Ай, красавцы. Угу. Рот огромный. Рот папин. Калугин. Похож на русского сетра, но порту видно, что присутствует Калуга. 7600 сетка. Все, поехали, записываю. Поэтому, друзья, милости просим за этими гибридами в рыболовный клуб Подкова. Мне за рекламу денег не платили, поэтому не надо там в комментариях оставить, короче, что да как. Товарищи! Рыбаки и рыбачки, посмотрите на этих красавцев. Посмотрите, какая навесочка красивая. Это гибрид русского сетра и Калуги. Мама русская сетра, папа Калуги. Посмотрите, какой рот у него. Подними, подними вот этого красавчика. Крючок хавать будет с удовольствием. Поэтому, друзья, рыболовный клуб Подкова ждет вас. Этот осетр едет туда. Рыбаки, собираем манатки и на рыбалку. Все, поехали. Красивый, красивый очень. Ага. О, это Ленка, да? Динозавры. 8 ровно. Сеточка у нас на этот раз 8 килограмм. Итого у нас получается 33,7. Ребята, поехали дальше, а мы ждем. Друзья, еще раз прошу на канал подписаться и обязательно найти нас и нашу группу в соцсетях ВКонтакте. Осетровая ферма Белуга Фиш. Там очень много чего интересного, чего нет на Ютубе. Поэтому обязательно заходим, подписываемся. Собакены, помощники. Продвинутый пользователь. Так, следующая партия у нас пошла. Отгружаем. Гляньте-ка, что за красавцы, что за динозавры? Что за львы-тигры эти? 50,5 килограмм. Гибрид. Рукол. Азель. Куда пошли вы? Гулены. В город не ходить. А то знаю, стоит отвернуться на 2 минуты,
и потом вас искать по городу бегать. Да, старый? Смотрим, сетка. 8300. Ну вот каждый раз она все тяжелее и тяжелее. 8300. Записываем. Минус сетка. 8300. Получается у нас 42,2. 42,6. Поэтому, друзья, у кого платные рыбалки, кто держит пруды, обращайтесь. Вы видели, что за гибрид. Рукол. У нас есть Ленка. У нас есть Ролла, гибрид русского сетра. У нас есть трофейные белуги, кому надо, навеской более 20 килограмм. У нас есть, ну, чистые виды, понятное дело, русский осетр ленский. У нас есть сиврюга, кто хочет экзотики. Поэтому, друзья, приглашаю всех к нам на сетровую ферму Белуга Фиш. Но мы пока отгружаемся. Псины! Ждете, да? Кого? Вчерашний день? Ай да красавцы! Что за динозавры у нас? Что за динозавры? 23,4. 23,4 минус сетка. Сейчас померяем сколько. Да? Нала и Аза. Аза, Нала. Ала, Нала, мало. Бахтярака. Да, слушаю. Что нужно сделать? Что нужно сделать? Привет всем подписчикам. Подписывайтесь на свои рыбы. Видите, какие красивые. А теперь, вот. А теперь на своем языке. Келинглер, мана, чройлы, болоклар, зур, кармак, курушка, тутушка, келинглер. Теперь ты на своем. Подписчикам привет, подписывайтесь. Палец вверх и колокольчик не забывайте. И щельме бегермегер, мерму, мерму. Ну вы поняли нас. Кадыр еще песни будет петь. Да, Кадыр еще песни нам споет. 8700, стоять теперь. Так, сейчас запишу. Все, одного, давайте с четвертого. Трофейного, да? Сколько там трофейного? О, какой динозавр. Трофей, трофей. Рыболовный клуб Подкова. Приезжайте. Этот трофей кого-то ждет. 25. Поехали. О, красавец какой. Вот так вот и грузим, друзья. Поэтому... 8600 записываем. Короче говоря, что у нас получается? 12 килограмм. Итого 165. 15,6 было. Градусов до 11 пролейтесь. 11,5 вот так. Обязательно надо пролиться, поэтому проливаемся. А только после этого отпускаем машину.